дороги, например, были скидываться, да, это были инвестиции, которые были пролоббированы местными властями, да, центральными. Это чисто центральная власть, это кредит Евробанка, я деталей не знаю, но это делалось центральными. Вот эта дорога международная и делалась чисто через центральную власть, исполнительную власть, через управление дорогой Украины. This project was implemented on the money of the European Bank Credit, as far as I'm concerned, and this is, was the administration on the national level, of course. I think this is something that we can hope to see more of in the future with support from the European Investment Bank and others. Мы надеемся, что в дальнейшем будет больше кредитов от Европейского банка, также от других европейских кредиторов. Буквально несколько дней тому назад прозвучало по телевидению, что Европейский дал, банк дал на дороге 30 миллионов евро, буквально 3-4 дня тому назад. Как вы здесь, вы узнали, что European Bank дал вам кредит в 200 000 евро? В Европейском банке это называется Иберди. Это Иберди кредит. It sounds very promising. And you said that the general attitude of the population here is still very much pro-Europe and still very much looking forward to further engagement with Europe. Is that correct? Вы считаете действительно, что местное население больше предрасположено к Европейскому Союзу и к сотрудничеству с Европой? Да, но это абсолютно достоверная информация. Я не делал специальных замеров, я думаю, может быть, какие-то делали общественные организации, но по моему ощущению, думаю, 90% людей за Евросоюз. Это абсолютно просчитывается на всех встречах. Но и так это и было и раньше, и сейчас, и у меня возникает. Of course, I haven't conducted any polls, but I really do believe that around 100% of the citizens of the European Union, and this has been this way always. Советская власть на этой территории была намного меньше, чем на всей остальной территории. Soviet Union and this influence here, this is happened historically. And perhaps one final question from me, if I could. There is clearly an issue that needs to be addressed around corruption, and I wonder what you could say about what's being done at a city level to help to address that challenge. И последний вопрос, если позволите, касательно коррупции. Меня интересует, что происходит на местном уровне, потому что вы побороть эту проблему. Вы знаете, я думаю, что общий государственный тренд, он есть везде. Я не могу, я не проводил исследования, где на больше на востоке или на западе, но я думаю, что мы в этом смысле не отличаемся от других регионов. Эта проблема действительно есть, она очень серьезная, и она действительно может быть одна из основных, которая мешает развитию государства. И потому она звучит сейчас в речах всех новоизбранных, так сказать, представителей правительства, что это то, с чем основным надо бороться. Но бороться, вот вчера прозвучала хорошая фраза, я даже не помню, где Яценюк, по-моему, говорит, да, Яценюк. До сих пор ведь тоже были разные постановления по борьбе с коррупцией и так далее. Основная проблема, вернее, основной способ по борьбе с коррупцией — это сделать так, чтобы не было этого места, где эта коррупция возникает. Вот то, что вчера сказал Яценюк, была пресс-конференция. First, this is the main challenge, corruption, and this is where all the media appointed ministers include the necessity of fighting corruption in their speeches. And this is the point which Yatsenyuk at his press conference also mentioned. He said that we should provide that not such a place for evading corruption could exist actually. То есть, если можно деньги распределить автоматически, а не так, чтобы сидел человек и распределял, надо делать, чтобы это было автоматически. Например, по количеству населения или по какому-то другому показателю, чтобы не было места, где кто-то сидел и давал эти деньги распределял. Потому что всегда есть соблазн в этом поучаствовать. Кстати, основной причиной вот этой централизации власти и передачи всех полномочий на Киев формально была борьба с коррупцией. So the true issue of centralization of authority was fighting corruption. Но как показала практика, коррупция в Киеве на порядок, может быть, несколько порядков выше, чем коррупция. По крайней мере, она не ниже, а выше это точно.